Так, значит, вот есть такие часики китайские, Gearbest. Будем сейчас снимать вот эту штучку. Разбираем браслет, чтобы было удобнее доставать. Снимаем крышечку, чтобы снять крутилку, надо нажать вот сюда и потянуть. Чик. Вот и все. Вот есть специальная точечка. Чтобы вставить, делаем тоже в обратной последовательности. Клац. Все. Работает. Еще раз показываю. Нажимаем на точку, тянем и все. Вот такой формы.